как индексируются пенсии работающим пенсионерам. Какой пенсионный возраст установлен государством для жителей Крайнего Севера? Выйдет ли женщина с двумя детьми и северным стажем на пенсию в 50 лет? Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Коми Елена Шаталова в программе «Личный прием» 14 ноября в 8 вечера. Смотрите в прямом эфире на Юргане. Мы ждем ваших вопросов.